Новые технологии заменяют старые. Технология блокчейн, которая используется во многих областях, забирает место той, которая существует в настоящее время. Факсы, например, которые сегодня используются во многих компаниях по всему миру, в скором времени станут ненужными, поскольку блокчейн оцифровывает процессы и устраняет необходимость бумажной документации. Британский банк Santander Innovatures уже шагнул вперед, объявив, что сосредоточится на пространстве финтех и сократит банковские расходы на 20 миллиардов долларов до 2022 года, используя блокчейн.